Знаете, в каких образах предстанут сейчас Екатерина и Роман? Никогда не поверите. Татьяны Лариной и Евгения Онегина. Поистине неисчерпаемо. Даже, может быть, эта тема раскрыта посредством таких, казалось бы, серьезных образов, как герой Александра Сергеевича Пушкина. Если этот танец оценивать в целом, то я хочу отметить, что это один из самых, на мой взгляд, подчеркиваю, один из самых, если не самый гармоничный танец. Здесь было все. С одной стороны, и фигурное катание, и интересные находки, сложные элементы. С другой стороны, опять же, повторюсь, образы, по-моему, раскрыты прекрасно. Фигуристы замечательным образом перевоплотились в своих персонажей. Не знаю, опять же, какие оценки поставят судьи, но этот танец позволяет Екатерине с Романом рассчитывать на очень высокое место. Сначала чуть-чуть поспешил. И проходочку, конечно, можно было сделать получше. Когда он отбрасывал, было активно. Что-то сейчас зажжалось, забежало. Чего? Почему? Активнее что? Активнее. Вот твой был, походка была более такая агрессивная была. Сейчас немного. Да, вот. Но зато потом сделала очень хорошо вот это. Как? Да, я снова девочкой стала. Оценки Екатерины Гусевой, Романа Костомарова. За технику 6-0. 5-9. 5-9. 5-8. 5-9. Средний балл 5,9. Да, судьи сегодня щедры на шестерке. Уже четвертая пара получает высший балл. 5,8, 5,7, 5,9. Средний балл 5,90. В сумме 11,8 у нас три пары лидера. Добкуна это Жулин, Навка Башаров, Гусева Костомаров. Вот такая острейшая борьба. Очень интересная пара, необычная. И вопрос Тамаре Николаевне. Тамара Николаевна, как вам сочетание опера и фигурное катание? Мне очень понравилось. Во-первых, пели, во-вторых, плясали, в-третьих, катались, в-четвертых, девушка-то больно симпатичная, как спереди, так и сзади. А партнер не успевал и кататься, и танцевать, и восхищаться, и поглядывать на некоторых судей, между прочим. Ну, партнер-то у нас, конечно, Роман Костомаров. О-о-о. Классно, мне понравились. Я, кстати, знаю, почему Орлазоров поставил 5-7 за артистизм. Он конкуренции боится в плане юмора. Катя, а можно еще так слоником пробежать туда-обратно, как вы бегаете? Пожалуйста. Не буду ему ничего отвечать, потому что... Великолепно! Браво, Екатерина Гусева! Если бы у Татьяны Лариной были бы такие формы, Онегин бы ее никогда не бросил. Роман, вы со мной согласны? Поэтому я ее не бросил.
Да. Роме, конечно, тяжело пришлось, на самом деле, очень тяжело, но он справился. Хорошего человека должно быть много. Катя, вы нравитесь себе в таких объемах? Очень нравлюсь. Самое главное, чтобы мне нравилось. А какое внимание мужчин? По-моему, вы всем нравитесь. Я вас поздравляю. Молодцы.